Так, девочки, все, я дома. Диму я уже забрала. Пришла, полежала, полчасика, ноги просто отваливаются в этих сапогах. Просто очень прям устали ноги, спина болит очень сильно. Вот покупки мои, вроде бы я немножко купила, но я еле доползла, с трудом. Я реально, было ощущение, что я ползла, и эти сапоги, не сапоги, а полусапожки, ботинки, ботинки. Ощущение было, как будто они мне малы, у меня прям пальцы сгинались. Не знаю, это ужасно просто. Ну, там, конечно, я сапоги не купила, там пришла такая мадам с большими губами, и все вокруг нее бегали. Вот, ну, я еще сомневалась, покупать, не покупать, вроде как уже осень-то заканчивается. Смысл осенний покупать сейчас. Вот, я подумала, ладно, потом. Вот, я еще потом пойду по магазинам попозже, через несколько... Кстати, через несколько недель, наверное. Да, будет у моей мамы отпуск, Дима поедет к маме, и мы с вами еще пойдем в магазин. Ну вот, давайте о покупках. Купила я себе такую маску, на нее буду делать обзор. 65 рублей она стоит. Из Алоэ долго тоже выбирала, стою, сил нету. Вот, но хотела маску на обзор, хотела первый раз попробовать. Такую маску я еще ни разу не пробовала. Вот. Так, здесь вот у нас где-то помело, где-то что-то. Короче, опять я не помню, что где. Вот я их уже покупала, и когда вот они долго полежат, они просто обалденно вкусные. Так, здесь у меня специя на 100 рублей. Она очень прям вообще ароматно пахнет. Она обалденная, просто я ее обожаю. И, кстати, он довольно много сделал, прям такое. Это я потом его взвешу, потом посмотрим. Так, здесь я орешки купила. Пектин мне что-то в голову приходит. Не помню, как они, короче, называются. Здесь вот тоже не помню. Здесь лепестки. Не арахиса, нет. Лепестки, господи, кого? Миндаля. Я их добавляю в салатик летом, когда вот мы делаем огурцы, помидоры, вот их пальчиками размельчишу и добавляю. Короче, вот за вот это вот. Нет, вот за вот это вот все. Вот это вот без специй. Здесь вышло 450 рублей. Я, блин, аж офигела на кассе. Как? Я чуть-чуть этих взяла, чуть-чуть этих. Там, ну, чуть побольше вот этих. Эти вообще по 100 рублей должны были быть. Тут, считай, вот 200. Не знаю, как получилось так 450 рублей. Офигеть. Так, это вот на 100 рублей вышло. Тут было 60. Я купила в детском мире на бонусы. Хотела купить Диме кефир, но кефира не было. Вот, был там Биолакт, что-то тра-та-та. Я думаю, куплю ребенку печенье. То у меня ребенок печенье совсем не ест. Надо в магазине еще посмотреть. Вот. И купила я где-то тоже 60 рублей стоило. Вот это стоило 60, тоже там 64. И это стоило 60 рублей паста. Шоколадно-ореховая. Вот, давно хотела пасту и хотела именно попробовать именно вот лентовскую 365 дней. Вот, на нее тоже будет делаться отдельный обзор. Мы ее будем пробовать под камерой. Ну, я буду пробовать. Вот, 350 грамм. Вот, в принципе, мои покупки. Вроде так-то мало, но я еле-еле рюкзак дотащила. У меня прям спина отваливается, ноги болят. Вот, вы, в принципе, видели, где я погуляла. На самом деле, немножко не все засняла. Некоторые я просто забыла заснять. Вот, там была в магазине ХМ, не знаю, как он правильно называется, там так много модной одежды вообще, так там классно вообще. Короче, я хочу одежду. Не знаю, что-то в этом году мне прям крышу сносит по новой одежде. Не знаю, что такое. Вот, и давайте я буду прощаться, потому что ролик, мне кажется, получился очень длинным. Я его, скорее всего, разделю на несколько частей, потому что вы больше 10 минут не смотрите. Вот давайте, всем пока-пока.